Непродовольственные рынки Махачкалы возобновили работу. Об этом сообщает мэрия Махачкалы. Накануне Салман Дадаев проинспектировал торговые площадки столицы. Объекты проверялись на наличие либо отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Осмотрев торговые ряды и пообщавшись с предпринимателями и администрацией объекта, глава города сообщил, что удовлетворен результатами работы и рынки могут начать свою работу. Решение касается рынков Верчи, Атриум и Восточный базар. Вместе с тем он напомнил, что Роспотребнадзор будет тщательно следить за соблюдением санитарных норм.